перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сегодня концерт в Череповце, так что кто в Череповце, берите свой череп, будьте овцой и идите, качайтесь. Сегодня 8 часов, что там, какой там клуб, посмотрите на странице, там написано. Короче, стилистика будет изменена полностью. Теперь я буду делать dark R&B музыку. Кто не знает, что такое dark R&B? Йоу-йоу, Техасик, салют, брателло. Да, Сбербанк рулит, Сбербанк номер один. Хоть делать рекламу того, кто тебе не платит. Сбербанк рулит. Нахуй, играем нахуй всех, 100%. Королева R&B все равно Бьянка. Да она королева хуйни. Она не знает, что такое дарок R&B. Замем со Сбербанком. Только что писал же ты, что ЖК Джо Лофт, так что пошел нахуй, на твой вопрос отвечать не буду. Нужно со 40 эмпатии. Ну смотря где, в Москве буду. О, пошел нахуй это. К Тимуру, напишите Тимуру в директ, что он пошел нахуй. Все, это уже не котируется, чел. Ты пошел нахуй. Королева R&B, Cardi B. Cardi B королева рэпа, а не R&B, блядь. То, что делает Cardi B, это нихуя не R&B. Вы вообще, вот напишите мне, люди, кто разбирается в музыке, напишите мне, что такое dark R&B, кто знает такой стиль, кто сейчас делает такой стиль, и посмотрим, насколько вы вообще понимаете, есть ли у вас... Ой, ты еще и думаешь, что Cardi B не королева, вообще пошел нахуй, тогда выйди из эфира, бля. Тимур, никчемный, трое разных, будет, может быть, трек от трое разных, может быть, а может и не будет. Но кто-нибудь напишет, кто у нас самый осведомленный в музыке, кто знает, как звучит dark R&B. ASAP Rocky это не dark R&B нихуя, ASAP Rocky это мейнстрим рэп. Kanye West делает dark R&B, Kanye West делает какую-то, блядь, блюз хуйню, он не делает dark R&B. Это точно не dark R&B. Еще попытки, кто есть, ребята. Кроме того, что хуйню писать, как дела, что-нибудь можете еще, давайте как-то, блядь, поинтереснее будет беседа проходить. Кто знает, кто делает dark R&B? Просто назовите, как вы думаете, кто может. Weeknd, да, Weeknd. Есть у него пара треков Dark R&B. Nuff делает. Nuff делает Mumble Rap, чел. Он не делает Dark R&B. Ха-ха. Play Black Redsmin 100% делает Sweet R&B, бля. Мэтт Рэнк делает, блядь. Виктор Цой R&B, блядь. Хуйню какую-то делает. Вообще не похоже на музыку. Мэтт Рэнк. Салют, салют, всем салют, кто там присоединился. XXXTentacion, да, возможно, но только если пара, если новый релиз, только если новый релиз, то может быть, есть что-то, суть в этих словах. Михаил Круг делает самый dark R&B, блядь. Lil Peep, не, Lil Peep это cloud rap. Диктатура, блядь, диктатура такой R&B делает, все в ахуе, мне кажется. Сегодня все в Череповце будут в ахуе. Даже Каджу делает dark R&B, вот шарит чел. Мирбек Атабек. Была идея у меня, кстати, сделать трэп-ремикс. Андерсон Пак, нет, бро, он делает соул, скорее, что-то такое приближенное к соул. Знаете такого исполнителя Six Black? У него шестерка в начале. Бастард, я даже не знаю, что он делает. Тут есть Six Black, такую хуйню, как и ты, на песне «Вода», охуительный бит и песня. Ну, не знаю, бля, кому заходит, тому заходит. Я не знаю, я никому не навязываю свои, блядь, предпочтения в музыке. Так что мне похуй вообще.
Кто-нибудь сегодня слушал уже, вышел альбом Big Baby Tape, называется Hood Rich Tales. Идет какая-то овчарка. Почему, когда я читаю твой комментарий, мне на ум приходит только идти нахуй? Поу-поу, вау, салют, салютик, салютик. Собираешься с Киллой делать новый трек? Бля, скоро будет... Скоро у Киллы будет релиз. Название я пока не могу сказать. Но скоро будет релиз, охуенный релиз. Заебал, Жека, я тебя уважаю. Блять, когда уважают, заебал, не пишут, чувак. Где тебя, блядь, учили манерам? Где тебе, блядь, твои старшие? Они тебе не поясняли, что когда ты говоришь заебал, сразу остаешься без зубов, нигер, шаришь? На моем районе только так было. Послушай трек «Вода», зачинишь. Да я слышал его релиз, чувак. Он такой русский релиз. Анонс на стрит. Да, кстати, 16-го, блядь, июня. Тунгуч Холл. Кто не знает, это Чуй, где Мук, напротив Мука, где Метропаб. Там находится Тунгуч Холл. Ну, альбом Baby Tape такое. Мне понравилось. Пару треков. Брок Дэй мне понравился. Трэп Медали мне понравился. Go-Go Tape мне понравился. Океан Тихий делает Dark R&B. Ну, если он делает Dark R&B, то он пока об этом не знает, что он делает Dark R&B. Ну, у него есть, наверное, такие темы, это 100%. Да, Турузбекова чуй, стопудово забыл адрес. Футуристичный звук с низким вокалом. Ее, примерно так можно описать Dark R&B. Вот красавчик. Кто решил просветить? Кто этот? Кирилл Муракин. Красавец, красавец. Вот, связанные на темы с тоской и потерями, это такая хуйня. Нет, на самом деле... С тоской связанное есть, но это тоска больше от того, что просто тебе, блядь, не хватает чего-то. А не то, что потеря, блядь, или еще какая-то хуйня, нет. Просто это такая меланхоличная музыка о крутом дерьме, опять же. Я живу с этим дерьмом, нет, я умру с этим дерьмом, шарится. Медаль мне тоже понравилась. 18+, нет, будет 16+, на Буче. Так, Букер. Букер делает R&B. 16 после залечу к вам, красавец, давай, залетай. Красавец, кто там хапать завязал, я вижу тебя, нигер, красавчик, блядь. Правильно делаешь, ни к чему хорошему не приводит. У тебя офигенные треки. Скоро будет офигенный релиз, будет называться Blessed. Буквально вот я на днях выложу, короче, этот релиз, как только получу. Увидимся на Goddamn Show, это 100%. Братан, смотрю на психозе. Код-рэпер, ты чё, долбоёб? Хаслишь? Хасли, братан, блядь, изо всех сил. За my bless. Не bless, а blessed. Я Саламедина. Ламедин один, един, навсегда. Кепка охуенная, как у моего пса. Так вот ты, Валера Мани, ты заебал, пошел нахуй. Так, Жикаджо, респект, о, взаимный респект. Всем, кто респектует, я респектую в ответ, хули. Нормальные люди здесь. Хасл это рэп, рэп это хасл, движняк это хасл. Блять, ты живешь в Бишкеке, мэн, ты стопудово знаешь, что такое хасл. У нас это в крови, блять. Хасл в крови. Ерма, бэпич. Наедине. У меня есть дела, чуть-чуть надо просто. Сейчас я с вами побежу, хуйню пострадаю и буду сводить дальше треки. Мой щит это для худа. Нахуй кидать заявку на 140, если мы прошли на рвать на битах. Тупо было бы. Казань, блять, с удовольствием. В Казань, кстати, возможно, в Казань в скором будущем мы прикатим. Паблик Рип, да мне похуй вообще. Нормальный паблик. Жека на Back to Beat Cypher, один ноунейм пиздит про Киллу, отпиздите его. Бля, жестко. Что? Бля, дреды снял. Дредов не было, были косички, но я дреды сделаю позже. Давайте вот трек, который мне понравился. Что думаешь о FB4? Хуй его. Как мне кажется, это какая-то, блядь, реалити-шоу реально какое-то. Чиллер прошел нарвать на битах, да. Называется трэп медали. Так ты чё, чем ты смотришь, чувак? Я же анонсировал, 16 числа, 16 июня будет концерт.
Бульвар Депо красавец, мне нравится Бульвар Депо. Пару треков точно мне есть в плейлисте. Красавец Бульвар Депо. Он уникален. Вот, Майлз Эвэй, к тебе обращаюсь. Скриптонита слушал? На концерте плюс 16 будет. На моем релизе, наверное, хуй его, если успеется. Так вот, у Скрипи есть строчка. Хули просто говорить об этом. You know? Чувак, если тебе 15, ты можешь как-то, мне кажется, ворваться туда, но тебе там надо... Ну, типа, не выглядеть на 15. Салют, Integra The One, йоу, бро. Че будет стоить фит? Не, такое дерьмо не продается, чувак. Фиты не продаются. Benz Gang Hustle. Йоу, мэн, если в Москве, мы 11-го прикатим, у нас в 11-го в 16 тонн будет туса, подтягивайся, будем делать дерьмо. 21 Savage, красавец, уникальный, индивидуален. Мне не нравится, как Исла читает, поэтому мне похуй на Исла. Я не знаю, какой он человек, но читает он хуйню. Скоро будет, короче, релиз. Я записал уже ебаный релиз. Скоро будет. Называться будет Blessed. Там будет, наверное, 6-7 треков. Вот. Там будет все круто. Да-да-да. Про меня релиз. 200 BPM. Ебать. Не, бро, пока не пригодился, но все в процессе. Да хуй его, я не видел, на самом деле, типа, нарвать на битах. Особо заявки, так что мне похуй. Будем просто делать это дерьмо. РПЛ. Блядь. Охуенные вопросы задаете. Че, в итоге выяснили, кто делает Dark R&B в мире вообще? Все ништяк, серьезным дерьмом занялись, пацаны, красавчики. Спасибо, брател. Салам алейкум, всем салам алейкум. Ладно, чуваки, давайте на связи, короче.